Следующий блок это из альбома «Толмачёвост и живой». Толмачёва стрежевой, Нижневартовск запасной, по заданию 2700, пассажиров 42. Командир летит вперед, связь ведет второй пилот, Николай шасси убрал и уснул давным-давно. Набрали 6600, подключай автопилот, сам летает самолет, ну и пусть себе летит. Командир журнальчик взял, повертел, перелистал, карандаш потом достал и стал разгадывать кроссворд. Я запомнил бортжурнал, и газетку почитал, и затылок почесал, чем заняться бы еще. Я запомнил по расчету 2.05, время некуда девать, если б я умел вязать, я б связал себе носки. Николай спокойно спал, вдруг чего-то застонал, очевидно, снится сон про несчастную любовь. Командир сегодня горд, разгадал он весь кроссворд, дам ему советский спорт, там еще кроссвордик есть. Летели, как всегда, только врали привода, в результате все равно прилетели в стрижевой. Товарищ, когда послушал, он говорит, одно могу сказать точно, в советском спорте кроссвордов никогда не было. Наверное, в рёдном календаре, там до сих пор еще февраль, зима не кончилась. А на перроне тает снег, и в самолет садиться мне совсем не хочется. Здесь ветер ласковый такой, а воздух сладкий, хмельной, не надышаться им. Но почему-то мы должны лететь сегодня из весны опять туда, в те города, где холода. Какая долгая зима, я от тоски сходил с ума, от одиночества. Как надоели холода, порой казалось никогда, они не кончатся. Но зазвенели вдруг ручьи, и от чего-то воробьи так растрезвонились. А я так долго ждал весны, но почему-то мы должны опять туда, в те города, где холода.
жаль, что нужно нам спешить. Сейчас бы просто побродить по лужам солнечным, послушать, как стучит капель, какой прозрачный нынче день, какой безоблачный. Но только это все мечты, и плавно начали винты свое вращение. Все встречи перенесены, мы улетаем из весны опять туда, в те города, где холода. Все встречи перенесены, мы улетаем из весны опять туда, в те города, где холода. Опять туда, в те города, где холода. Сегодня потрепала, помотала, поболтала, так что рвала, вырывала, что в руках не удержать, а мы изрядно попотели, покрутили, повертели, ну доехали и сели, слава Богу, что сказать. А когда вокруг сверкает, самолет во тьме швыряет, каждый сразу понимает, как он сильно хочет жить, пассажиров мы жалели. Как могли, как умели, то мы сами жить хотели, если честно говорить. Полет окончен, заторможены шасси и самолет. Устало крылья опускает, а на перроне теплый дождик моросит, и у стоянки нас автобус поджидает. Мы проходим между кресел, все в порядке, без эксцессов. И на лицах побелевших вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, что остались нынче живы. И нас за то, что не убили от души, благодарят. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, наш рейс окончен. Командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, не создавайте у дверей ажиотаж. Обычный рейс. Мы возвращаемся домой, острижевой опять закрылся полосой. У них тут снег, метель и ветер боковой. И хочешь спать, ложись, а хочешь песни пой, но не взлететь нам с этой скользкой полосы. Теперь сидеть здесь долго, глядя на часы. Повисла над аэродромом тишина, и ночь темна, и перспектива не ясна. Вполне возможно, здесь придется ночевать. И пассажиры поминают чью-то мать, а снег летит такой нарядный, но ему никто не рад, никто не рад. А почему? От пассажиров стюардессу не спасти, и к ней опять пристал какой-то нудный тип. И очень трудно не сорваться и терпеливо улыбаться, и гражданину не сказать, куда пойти, а снег летит такой пушистый, и ему и невдомек, что он сейчас нам ни к чему. Thank you.
и снег летит, такой нарядный, но ему никто не рад, никто не рад, а почему? Ну вот и все. Опять вращаются винты на облака. Мы снова смотрим с высоты, они плывут сплошной серой пеленой, и где-то там, внизу, под ними стрижевой, а пассажиры мирно дремлют за спиной. Обычный рейс, мы возвращаемся домой. Thank you.
следующая песня была такая, была написана, вернее, как написана неправильно, я говорю, что песни не пишу, сочиняю. А когда я переучился с Як-40 на 24, она такая коротенькая, шуточная, как-то так удивительно, что в интернете я смотрю, вот другие песни мои, ну, люди лайки выкладывают, там, которые там 2, у кого-то там 8, 10, у этой 58. Для меня просто удивительно, потому что песня «Шуточная», «Самолет на 24». На самом деле, один из моих любимых самолетов. В принципе, я говорю, что они все любимые. Ну, это вот было написано на переученной в Кировограде. Я не знал, что так привык к машине этой фирмы «Як». Як-40. А на горбатом корабле мне все не то, и все не так. Не там буфет, не тот штурвал, и непонятно на черта. Я 3 турбины поменял на 2 винта, на 2 винта. Пусть возит больше человек, и пусть горючки меньше жрет, но не поднимется вовек на 7500 и 800, конечно, в чем-то он хорош, и все ж не тот разбег, размах. Да и куда же ты попрешь на 2 винтах, на 2 винтах? Моему бортмеханику «Царство небесное», 4 года назад он ушел из жизни. А эту песню я, в общем-то, сочинил еще, когда он был живой, мы с ним и не думали о вот этих скорбных временах. Вот. Просто как-то собрались мы с ним отдохнуть, попить пиво. Вот. За баночкой пивка, вот там баночка тогда была 3-литровая, этих баночек еще никто не знал. С тобой не пили пиво, наш самолет без устали летал, а жизнь разнообразна и красива, и в ней не только рудами штурвал, есть много в ней событий самых разных, бурлит она, как горная река. Давай мы с тобой устроим праздник и посидим за баночкой пивка. Бокал налит, и некуда спешить нам. Как говорится, хорошо сидим, поговорим о бабах и машинах, и многое обсудим и решим. И незаметно, но закономерно, наш разговор в конце концов свернет на тему, по ей преданы безмерно, на небо, на полет и самолет. Помню все, что с нами приключалось, как ветер уренгой нас сдувал, как дверь у нас на взлете открывалась, как ты ее в полете закрывал, и как чуть было водка не пропала, и как чуть было не стряслась беда, когда в наш лайнер молния попала. Ты помнишь, как тряхнуло нас тогда, когда чуть-чуть не хватит нам с тобой. Ты скажешь, я же знал, она нужна, и извлечешь бутылку зверобою из кармана, которая была припасена. Как ты сумел об этом догадаться, не будет непонятно никому, и я не перестану удивляться умению предвидеть твоему, и я не перестану удивляться умению предвидеть твоему.
Спасибо. Я вот на самом деле все время забываю, перед этой песней тоже надо вспомнить вот этот старый анекдот, когда, значит, погоды нет, а летчики сидят там где-то в резерве, не в резерве, в комнате отдыхают, но руководитель полетов, значит, время от времени посылает помощник, говорит: иди посмотри, что делают, о чем разговаривают. Он приходит, говорит: ну, про машину что-то там, говорит, там была нормально, так. Потом еще проходит там час-другой, говорит: ну, пойди посмотри, что там делают. Да там про баб что-то вспоминает, да. Так, нормально. Вот. Еще час проходит, говорит: ну-ка, иди, скажи, что-то у меня неспокойно на душе, что делать? Что-то, говорит, про полеты. Блин, нажрались. Вот, что наш разговор в конце концов свернет на эту тему, да, вот, вот тогда было бы логично. Тут, получается, я сначала спел, а потом объяснил. Ну вот, значит, бортмеханик мой Коля Буздалин, царство небесное, он такой был реально очень романтичная натура. И, значит, был такой случай. Вот, в то время была популярная передача «Вокруг смеха», вел Александр Иванов. И там были различные пародии, помните, да? Ну, кто-то помнит, кто-то нет. И вот пародии были на поэтов. И одна пародия очень Коле понравилась, там, значит, звучала она так, что-то: веселый птичек, помахивая хвостик, насвистывает мой стихотворение. Ну, то есть, ну, Иванов взял там что-то стихотворение, ну и на него так его развилось, да, помните, да? Вот. А у меня была такая зарисовка, я ее тоже раньше очень редко пил, но вот в связи с этой пародией, вот сейчас ее спою, а потом расскажу сразу пародию, которую Коля на нее написал. Вся жизнь как будто на двое расколота, и здесь и там есть только часть меня. А осень разбазаривает золото так запросто, нисколько не ценя. А осень разбазаривает золото так запросто, нисколько не ценя. Как стало вдруг красиво в старом дворике, укрыла осень грязь и наготу. Но слишком добросовестные дворники сметают в кучи эту красоту. Но слишком добросовестные дворники сметают в кучи эту красоту. Разбазаривает
золота. Так запросто, нисколько не ценя. Ну вот. Тоже как-то в очередной раз там дома у нас посидели там, за баночкой пивка там. Я ему эту песню спел. И так где-то через пару-тройку дней он приходит так с бумажкой и читает. Вот. Но он читал с акцентом, потому что вот и пародия была с акцентом. Поэтому я так вот насколько мне получится передать. В общем, вот. Жизнь дал трещин. Я жить стал иначе. Один здесь, другой там, половин. Осень золото льет на какашка собачий, и цвет красный прет из рябин. Как красиво смотреть наша дворика, вот всегда бы такая была. Только вида и вся портит дворника со своей поганой метла. Не писал моя грустная к мелодии, и стиха моя грустная не пел. Командира, прости за пародий. Мой обидеть твоя не хотел. Ну, так я уже тут занимаю время. Заключительная песня в этом блоке в моем. Я первый раз в жизни полетел на самолете, вообще на 154, вообще на самолете, поступать в летное училище. Вот, и, естественно, как все люди, которые первый раз летят на самолете, очень боялся, что самолет может упасть. Вот. И это все продолжалось до тех пор, пока не принесли это вот питание бортовое. Поели, все, как-то эти грустные мысли сразу ушли. Вот. Но вот в то время как-то вот даже не было мысли, что когда-нибудь будут ходить, предлагать, вот вы что будете, там, рыба, курица, мясо, там, еще там, все. Курица была однозначно. Вот песня поэтому ей посвящается. В серебристом лайнере гомон оживление. Все откинув столики, с нетерпением ждут. Девочки в передничках, с грацией в движении. Пассажирам курочку снова раздают. Сразу забывается грусть и невезение. И куда девалась вдруг прежняя тоска? Сразу поднимается наше настроение. И ярче светит солнышко, и краше облака. Мы взлетели вовремя, дальняя дорожка. Надо бы летчикам пожевать чуть-чуть. Командир с механиком очень любят ножки, а второй особенно уважает грудь. Кто сказал, что курица будто бы не птица? Не согласен буду с ним, он ей Богу врет. Как цыган без лошади, как Милан без пиццы, так вот и без курицы наш Аэрофлот. Несомненно, курица необыкновенная и неповторимая птица наших дней. В бортовом питании вечно неизменная, как звезда в измученной в душе моей. Как звезда в измученной в душе моей. И могу заверить вас, железобетонная, завтра так же, как вчера и позавчера, будет она самая авиационная, и в эмблеме нашей быть давно пора, и в эмблеме нашей быть давно пора. В серебристом лайнере гомон оживления, все откинув столики с нетерпением ждут. Девочки в передничках с грацией в движении. Пассажирам курочку снова раздают. Это объедение снова раздают.